Всем-всем большой привет! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. И сегодня у нас, как вы уже поняли, новый влог. Когда я снимаю это видео, у нас уже, можно сказать, канун Нового года. И, к сожалению, прямо перед самым Новым годом я заболела. Заболела не только я, но и другие члены моей семьи, поэтому... В этом году я не знаю, как мы будем отмечать Новый год. Хотели отмечать с друзьями, отдать дочку родителям, но не знаю, что у нас, в общем, получится или нет. Ну, конечно, в этом влоге я покажу и сниму, как мы встречали Новый год. А сейчас я иду на свою работу, мне позвонили, сказали, чтобы я пришла именно сегодня, чтобы забрать новогодний подарок с работы. Еще я хочу зайти в вот такой магазинчик, который называется «Мастерская подарков». Хочу здесь посмотреть какие-нибудь подарочки на Новый год, какие-нибудь сувенирчики. Здесь очень много классных таких подарков маленьких и на Новый год, и на любые другие праздники. Очень много всего такого оригинального, интересного. Так что здесь прям есть что. Также здесь еще цветы есть, можно сделать красивый букет. И искусственные тоже есть разные. Я купила своим коллегам вот такие презентики, маленькие магнитики. Не жди праздника, будь праздником и выше нос. И еще вот такой швейцарский шоколад тоже подарю. Собрала свой новогодний подарок с работы. У нас каждый год все стандартно. Вот такой подарочек новогодний с конфетками разными. Я высыпала подарочек с работы. И смотрите, какие здесь конфетки были в подарке. Чупа-чупс даже. Есть даже интересные конфетки, такие вот шоколадки, например, от Nestle, Nesquik, Twix. Когда шла с работы с подарком новогодним, решила зайти еще в магазинчик нижнего белья и купить себе новый комплектик, так сказать, перед Новым годом. Вот, потому что я планирую отмечать Новый год в таком белом свитере, он достаточно такой тоненький, в дырочку, вот, и под него, конечно, нужно какое-то красивое белье. Вот, и купила вот такой комплектик, там, кстати, скидка была, мне он очень понравился, он, кстати, такого не чисто белого, а молочного цвета, как раз-таки вот этот мой свитер, он тоже не совсем белый, а вот такой именно, наверное, молочный. Недорого стоил, 1400, но мне очень понравился. Во-первых, цвет, то, что не белый, а именно такой молочный. Красивое кружево, как мне кажется. Достаточно качественно выполнено. Не сказать, что прям супер идеальное качество, но тем не менее. Такие чашечки хорошие. Смотрится очень красиво. Сзади тоже интересно сделано. Здесь такая широкая часть. Вот, все это на теле выглядит крайне красиво. Вот, ну и, конечно, трусики тоже к этому комплекту, тоже такие интересные. Спереди вот просто такие обычные, а сзади сделаны вот таким образом. В общем, интересный, классный, красивый комплект. Хотела вам показать, какой подарок дали мужу на работе на Новый год. Первое, это в такой открыточке сертификат в детский мир. Подарочная карта на 500 рублей. В принципе, за 500 рублей можно там что-нибудь приобрести. Может быть, какую-то кофточку или, например, какое-то детское питание, кашки и так далее. И вот такой набор конфет M&M's.
внутри всем известные вкусные шоколадки. В общем, вот такой классный набор. Напишите, пожалуйста, что вам дарят на работе на Новый год, если вы работаете. Будет очень интересно, какие у вас подарки с работы. Кстати, в своем предыдущем влоге я же вам показывала покупки косметики, вот, и я уже всеми этими продуктами, конечно же, пользуюсь активно, и могу сказать, что всеми своими покупками новыми я абсолютно довольна на 100%. Карандашик от Clarins для бровей, я немножко сомневалась, понравится мне он или нет, потому что на него такие, скажем так, неоднозначные отзывы, но мне он очень понравился, он смотрится прям так натурально на бровях, очень красиво, и действительно, я лично вижу разницу между вот этим карандашом и карандашами, которые стоят дешевле. У меня оттенок 02, и этот оттенок подойдет большинству девушек. Он такой нейтральный, такой не сильно темный, не прям светлый. В общем, классный оттенок. Вот, ну и всем остальным я тоже очень довольна. Кисточка классная от фирмы Stellery. Как я вам и говорила, может быть, приобрету еще какие-то кисти от этой фирмы. Скульптор их очень хороший, хорошо смотрится на лице. Вот карандашик вот этот дешевый от Eva Mosaic, тоже классный, Smokey Eyes для глаз. Вот также, что еще, карандаш для губ от этой фирмы номер один, которая в Ривгоше продается. Тоже хороший, очень стойкий, цвет хорошо смотрится. Пудра от Clarins, в общем-то, да, действительно очень классная, просто как такая матовая вуаль. Я сейчас не буду открывать, показывать, потому что все, я вам это показывала в своем влоге про покупки. Если вы его не смотрели, то внизу под видео ссылочка. Сейчас просто так быстренько скажу. Пудра, да, действительно очень классная, как легкая вуаль, очень круто матирует, оттенка кожи не придает, но она как будто бы, знаете, как шлифует кожу, сглаживает все поры, и кожа потом очень красиво смотрится. В общем, я довольна на 100%, действительно очень классное средство, и матирующие салфетки, которые идут в комплекте, тоже хорошие. И, конечно же, румяна от Estée Lauder, номер у меня 310, что тут говорить, румяна действительно классные, они освежают, красиво смотрятся, хорошо наносятся на кисти, красиво выглядят на лице. В общем, классные, красивые румяна, как бы что еще нужно. Я вам уже как-то рассказывала, что я просто обожаю тунец и всегда пытаюсь найти какие-то вкусные продукты, связанные с тунцом. Вот, и в последнее время очень часто покупаю в Пятерочке от фирмы Магура вот такого тунца в оливковом масле. Здесь прям полноценные такие кусочки филе в оливковом масле, очень сочные, вкусные. Конечно, может быть, выглядит не так прям презентабельно, но это очень вкусно. Кто так же любит тунца, как и я, обратите внимание. Очень люблю. Мне, кстати, еще кажется, что именно вот этот тунец отлично подойдет для салатов. Например, если эти кусочки филе порезать и добавить какой-то салат, будет очень классно, потому что здесь уже есть оливковое масло. В общем, для салатов тоже можно применять. Хочу вам показать подарок на Новый год, который мы сделали для своей дочки. Вот такая машинка-каталка от фирмы Kari Kids. Такая коробочка, заказывали на Wildberries. Сейчас нужно ее открыть и собрать. Вот она уже тут увидела ее. Вот, надо ее сейчас собрать. Руль. Детальки. Вот такая машинка у нас получилась. Смотрите, какая классная. Здесь такой багажничек. Можно что-нибудь туда складывать, какие-нибудь игрушки. Руль. На руле такая пищалка. В общем, розовая машинка-каталка для девочек. Прикольная. А у меня с дочкой, как всегда, вечерний ритуал, вечерняя прогулка. И помните, в предыдущем влоге я вам показывала, как классно у нас украсили аллею. В общем, ее украсили до конца, по всей аллее сделали вот эти фонарики. Сейчас поближе подойдем, я вам покажу, там еще какие-то классные украшения. В этом году наш небольшой город прям очень хорошо украсили к Новому году. Смотрите, как классно.
дальше прогуляться по городу. Красиво в этом году у нас украсили все. Хочу вам показать, что я надену в этом году на Новый год. Наряд достаточно простой. Сейчас вы сами увидите, это не платье. Мы будем праздновать достаточно в узком кругу, дома с друзьями. Ну, мы пойдем в гости к друзьям. Вот, и мне захотелось выбрать такой достаточно простой, удобный комплект. Повторюсь, что это не платье. Это будет вот такой вот свитер белого цвета. Видите, он такой очень тоненький. И у него такая красивая вязка. Этот свитер я ни разу не надевала, хотя он висит у меня уже в шкафу достаточно давно. Он с сайта Shein, но я его вообще ни разу не носила. Вот поэтому надену его первый раз. И вот такая новенькая юбочка у меня. Эту юбку я заказывала на LaModie. Юбка плиссированная. Вот здесь на резиночке очень так красиво сделано. Вот такая фирма, честно говоря, не знаю, что за марка. Размер M. И эту юбку я, как я сказала, заказывала на LaModie со скидкой. Она стоила 1500, а так она вообще стоила больше 2000. На самом деле очень классная юбка, мне она понравилась. И у меня будут такие аксессуары, сережки от Glory. Видите, такие блестящие. Мне кажется, они очень хорошо сюда подходят. И еще я думаю надеть вот такие блестящие колготки от Calzedonia, но, честно говоря, не знаю. Либо их надену, либо обычные черные, потому что, возможно, конечно же, и горошек, и вот такие блестяшки на колготках – это перебор. Но, честно говоря, просто в обычной жизни я бы такое сочетание навряд ли бы сделала. Но на Новый год почему бы и нет? Я думаю, можно. Ну или просто будут черные, посмотрим. Так что вот такой очень простой у меня будет образ. Сегодня уже 31 декабря, и мы сейчас с доченькой собираемся на улицу. Как всегда, наша прогулка, никто ее не отменял. Сейчас дочка будет спать на улице. Также еще мне нужно зайти в магазин, кое-что купить перед самым Новым годом. Отмечать мы будем с друзьями, пойдем к ним в гости. Доченька будет с родителями, останется. Вот, а мы пойдем отмечать в гости к друзьям. Вот, я хочу приготовить легкий салатик с креветками. Гуляем с доченькой, и смотрите, тут у нас новые украшения города, новые фигуры появились на аллее. Кстати, у нас все тает, вообще лужа. Прям перед Новым годом все растаяло. Такие еще. Вечером красиво здесь все горит. Была только что в Магнит Косметик. Купила черные колготки, все-таки решила надеть просто обычные черные колготки. Вот такие взяла Омса 50 Дэн. Вот, я уже когда-то такие покупала, они казались очень даже неплохие.
И также еще я взяла попробовать вот такую термозащиту от фирмы Прелесть, эффект ламинирования для укладки и сушки волос. У меня другая термозащита от Estelle, я вам ее показывала. Эту решила просто взять попробовать. И еще мне приглянулось вот такое средство от Сьос. Смотрите, тонирующий мусс, легкий оттенок серебристый перламутр. Захотелось попробовать, написано, что подходит и для окрашенных, и для натуральных волос. Придает типа вот такой примерно оттенок волосам. Стало очень интересно, там есть и другие оттенки. Вот, захотелось попробовать. Народу, конечно, целая куча перед Новым годом, а я еще умудрилась вместе с коляской сюда зайти. Сейчас только что приходил еще к нам дядя наш, это старший брат моего мужа, получается, дядя нашей доченьки. Вот такой подарочек классный ей принес на Новый год. Вот такой фотоаппарат обучающий. Я еще не открывала, но я уже сейчас вижу, что он такой классный. Тут написано, что есть стихи, песенки, целых 16 штук. Вот. Мне кажется, здорово. И еще какую-то одежку, подарочек. Сейчас посмотрим. Какой-то костюмчик. Ой, вот такой вот милый костюмчик. С рукавчиками. Пайеточками. Такой классный, девчачий. Супер классный подарок. Большое спасибо. Если смотрите видео, хотя навряд ли. А, еще и штанишки к нему. Ну, вообще класс. Я тут уже начинаю готовиться к Новому году, думаю, какой макияж себе сделать. Сейчас пойду в душ, чтобы помыть волосы. И вот нашла у себя в закромах, в косметике, вот такие блестки от фирмы Бершка. Они для лица и тела. Вот такой вот глиттер. Попробую нанести на волосы его. Ну и также на зону декольте. Вот так выглядит этот глиттер. Немножко уже даже в раковину рассыпала. Конечно, сыпется он очень сильно. Покупала я его достаточно давно. И, честно говоря, даже не помню, зачем я покупала. Ну, может быть, тоже на Новый год или на какой-то праздник. Но, по-моему, я его так и не использовала. Вот, сейчас попробую. У себя вот такую пудру. Это пудра с блеском. Такая перламутровая. Вот такая пудрочка. Ее можно использовать как хайлайтер, например. Вот я ее нанесла, немножко показать вам. На видео, правда, плохо видно, она такая перламутровая, и даже маленькие блестки есть. Очень будет хорошо, например, использовать на тело, также, например, на зону декольте, вот, ну или еще куда-то. Я тут на скорую руку сделала тарталетки с творожным сыром, добавила укропчика и красная рыбка. Еще я сделала вот такой легкий салатик, положила его в контейнер, возьмем его с собой, я перемешивать не стала. Сюда еще нужно добавить майонез, перемешаем уже, когда придем в гости. Здесь креветки, вот они, креветочки, огурец, яйцо и укропчик. И сверху, конечно же, соль и перчик. Это все нужно, естественно, перемешать, как я уже сказала, и добавить майонез. Вот, но так как мы идем в гости, как я уже сказала, я беру с собой в контейнере, и там мы все перемешаем. Итак, мы уже пришли в гости к друзьям. Дома я не успела снять. Вот такой у меня наряд. Достаточно такой простой, потому что празднуем дома в узком кругу. Я тоже так же косячу одинаково. Вот, и вот такой макияжик.
такие яркие стрелочки сделала. Вот так, в принципе. Вот, кстати, как выглядит салат, когда его заправишь майонезиком. Достаточно такой легкий салат получается. Мне кажется, я пахнет елкой. Нет. Что нет? Тебе кажется или не пахнет? Тебе кажется. Легко так просто ответить. Откуда знаешь? Они чистые, потому что я... Кстати, я пить не буду, поэтому взяла себе швепс. А что? Буду пить его. Раз хотели посмотреть. Конечно. Да. Вообще желание надо загадывать. Вот вставляй, Слышан, ты что? Ой. Дайте мне бросалку. 21! Настолько лет я себя ощущаю. Помните, что было хорошего в 2020 году. Какая крутая. Подожди, все. Да все, все сошли. А, на колено. Голодом! Макс, я думаю, это можно проверить, как типа заказ. А не обязательно, что можно. Сложно доказать, как минимум. Вот оно, 1 января. Кстати, насчет этого мусса. Вот таким образом он выглядит. Я уже попробовала на свои волосы. И хочу сказать, что на моих волосах он абсолютно не работает. Никакого цвета, вообще никакого оттенка. Ничего моим волосам не дал. Так что, девчонки, имейте в виду, может быть, кто-то пользовался, напишите свои отзывы, получилось ли у вас что-нибудь. Кстати, еще не совсем понятно, как им пользоваться, потому что на упаковке, по-моему, я не нашла инструкции. То есть я ее крутила-вертела с разных сторон, и какой-то особой инструкции там нет. Но я просто наносила вот этот мусс на волосы, ну, как бы держала какое-то время, он впитывается, я его не смывала, но оттенка никакого не было. Приехала подружка, позвонила, договорились встретиться. Вот сейчас пойдем немножко посидим в кафе. Давно уже тоже не виделись с девчонками, с подружками. Вот, потому что у всех свои дела и так далее. У меня еще к тому же и маленький ребенок. Вот, хорошо, что муж пораньше освободился с работы и сможет посидеть с доченькой. Вот, а я встречусь с подругами. Хотя бы ненадолго. Так, достаточно быстро собралась. Вот, и уже бегу. Они уже там сидят. Вот, а я бегу. Есть. Чистить руками. Себе такие принесут чищенные. Если бы я знала, да, я